самодельную газировку. Для этого возьму пустую полторашку, значит, пустую пол-литровую бутылочку, обычная вода из-под крана и уксус. Вот такой вот. Заливаем, значит, вот по эту часть уксуса. Так, потихонечку. Вот так, я думаю, достаточно. Вот, видимо, по эти края налили уксуса. И сюда кидаем вот такой вот соды. Так, ладно, соду мы потом кинем. Сейчас мы зальем воды вот столечко обычной. Вот из этой баночки. Вот в эту бутылку. Так, ну воле. Вот мы налили, значит, воды в такую вот бутылочку. Вот видим столько. Это полторашка. Воды мы налили вот столько. Берем такой вот лимончик, разрезаем его пополам и выдавливаем сюда, в эту бутылку, лимонный сок. Так, лимон, кстати, покажу, что немного его размял. Вот так вот. Перед тем, как выдавливать сок, мы сюда положим по вкусу, кому как лучше, 2 или 3 ложки сахарного песка. Вот сюда в воду. Тщательно переболтали вот эту воду с песком. И сейчас выжимаем вот сюда вот, вот такой вот порезанный лимончик. Ну вот, значит, выжали лимончик. И еще разочек перемешаем, чтобы вся эта смесь тут соединилась друг с другом. Вот здесь, кстати, такие вот выбоинки имеются. При закачке газа, наверное, их раздует. Все. Открываем крышечку. И засыпаем вот сюда в уксус соды. Предварительно соду надо или же в кухонную бумагу разложить, насыпать и потом завернуть в трубочку и аккуратно туда засунуть. Так, чтобы при закрывании крышки, вот такой вот шланг имеется, здесь вот все герметично заклеено. Не термоклеем, конечно, ну что попалось под руку. Вот такая вот крышка с коротким концом мы засовываем сюда, а с длинным концом мы засовываем сюда. И у нас при соединении соды с уксусом выделяется CO2, углекислый газ, и деваться ему некуда, и он перекачивается вот в эту сладкую воду. Ну что, сейчас мы возьмем немного соды. Можно пакетик, в пакетик туда вот сделать и насыпать туда соды прям в пакетик. Потом его туда проталкиваем. Реакции пока нет никакой. И когда мы начинаем его так вот делать, и вот этот уксус, он уже соединяется вот с этим содой, которая находится в пакетике, так как здесь все герметично закрыто, и газ переходит постепенно вот в эту полторашечку. Ну вот так видим, такая вот система здесь. Закрыли плотно, вот настолько она у нас здесь, трубочка вниз вот этой жидкости опустилась. И сейчас мы будем засыпать соду вот в этот уксус. Ну, получилась вот такая вот конструкция. Вот здесь, видите, сейчас мы засунем сюда, засыпем соды. Тут немного вот такой вот получился мешочек. Вот. Мы засыпем его, потом вытащим. И аккуратненько все вот этот весь пакетик протолкаем. И пойдет, значит, он у нас соприкоснется с этой жидкостью уксусом. Потом, когда мы начнем уже бутылку дыхать, крышка, соответственно, вот эта закрыта будет, и пойдет реакция. Так, ну вот, все, в принципе, сделали. Вот такой получился у нас мешочек. Пока реакции нету, сейчас мы его туда протолкнем вместе с пакетом. И быстро закроем бутылку вот этой вот крышечкой. И у нас пойдет деградация реакция. Газировка получится, я думаю. Ну все,
Ждем результата. Ну вот, ребята, смотрим, какая вот пошла реакция. Выделяется вот такие вот углекислый газ. Вот видим, идет такое вот шипение обильное. Полторашечка так нормальненько надулась конкретно. Вот сейчас она газируется, ее тоже надо немного перемешать. И все. Вот подождем, что у нас получится. Так, ну все, наливаем. Сейчас такой газировочки. Видите, тут как шипит все конкретно. Вот так все нагазировалось. Сейчас закрываем ее. И будем пить. Так, все шипит здесь. Вот такие вот газы у нас, видите? Все бурлит. Ну-ка, помешаем сейчас. Вот, видите, газы такие идут. Так что вот, всем удачи. И попробуйте сами сделать. А я глотну.